Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Одинцовском округе с рабочим визитом. Глава региона проверил работу нового корпуса функциональной диагностики поликлиники номер 1 в Одинцове. Осмотрел помещение и оборудование, часть которого приобретена за счет средств Московской области. Поликлинический комплекс повысит доступность и качество медпомощи как в округе, так и во всем Подмосковье. Кроме того, Андрей Воробьев проинспектировал строительство развязки на выезде из Трехгорки. Работы на участке длиной около 4 километров уже вышли на финишную прямую. Новая Трехгорка до сих пор испытывает проблемы с выездом из микрорайона. Но скоро ситуация там изменится, написал Воробьев в своем инстаграм-аккаунте.